видимо, хотят показать, что у них есть сила. Кроме того, в последнее время Иран делает очень много провокаций Азербайджана. Из-за того, что Азербайджан установил отношения с Израилем, там, который, кстати, посольство, назначен посол, и поэтому они, собственно говоря, в свете этого они делали из их посольства Азербайджана в Тегеране. Хотят просто осложнить отношения. Но я не думаю, что вот это будет прямо военное действие, которое, в принципе, провокационного характера. И кроме этого, сейчас просто не время так делать. Поэтому я не очень верю, что такое может быть. Вот. Но объяснить можно только вот этим, тем, что хотят просто показать свою силу, показать, что они хотят как бы еще более осложнить отношения с Азербайджаном. Вот, потому что Азербайджан и Иран, у них всегда есть некая напряженность в отношениях, потому что это, собственно говоря, присутствие Азербайджана, но Ирану не с руки, потому что они большое азербайджанское меньшинство, которое условно 10 миллионов. И, собственно говоря, поэтому это как бы признак нестабильности. И вот они, так сказать, пользуясь этим, пытаются еще более осложнить отношения. Вот так можно объяснить.